сегодня классный товар, да? Сегодня отличный вообще товар. Нашел специально для тебя, да? Есть, короче, классный канал. Да. Называется Happy Victoria ASMR. Ну, короче, как всегда, да. Ссылку оставляю в описании на него. С ума, если может быть не классный, ты шо? Сейчас покажу тебе. Сейчас только тихо. Сейчас тебе покажу несколько видео. Ты сам заценишь и поймешь, что канал классный. Ну, смотри. Для нас с тобой. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Всем привет. Добро пожаловать в магазин на диване. И с вами, как всегда, Лехан Продаван нам сейчас все расскажет, не переживайте, все вам, все будет по красоте, вообще прям по красоте. Итак, первый лот нашего магазина — это вот такая вот супер-мега-кружка. Что в ней такого необычного, спросите вы? А то, что эта кружка с подогревом. С подогревом — это значит, что она может подогревать ваши любимые напитки. Например, ты вот, например, любишь пить чаёк, ну а твой чаёк остыл. Что ты будешь делать? А что, пойдешь себе заваришь новый? Нет, ты ленивая жопка, ты не сможешь пойти себе и сделать новый, потому что это будет тяжело, это будет сложно, будет ставить чайник, что-то там накипятить, сыпать чай. Но нет, смотри, если остался чай в этой кружке, ты его сможешь легко, что сделать правильно, подогреть. Ты берешь вот так эту кружку, смотри, первый, последний раз показываю, берешь эту кружку, вот так делаешь сначала, вот так. А, нет, так не надо делать. Смотри, берешь эту кружку и вот так вот нежненько и аккуратненько обнимаешь ее пальчиками, вот так обнял и греешь. Классное решение, правда, не уже никаких проводов, как в USB-кружках, не нужно никаких тебе зарядных док-станций, никакой розетки, просто живой человек. Желательно, друг мой, чтобы у тебя была температура хотя бы 45-48 градусов, чтобы ты смог хорошо и позитивненько нагреть себе чаек, да, комфортно себе температуры, да, вот такая вот кружка, смотри, какая классная, прям. Это у нас сегодня акция распродажи всего лишь 999.99 за эту кружку, 999, но первому позвонившему мы скинем эту кружку, прямо с вертолета. Нет, мы скинем цену на эту кружку. Да, мы скинем цену на эту кружку прямо на 50%. То есть цена будет всего лишь 799.99. Спеши, покупай. 50% скидка на кружку уже действует. Да, друг мой. Да, возможно, новым обладателем этой чудесной супер-мега-кружки будешь именно ты. Да. И пусть все кружки умрут от зависти, когда у тебя будет эта супер-мега-кружка. С детства Алексей пользовался обычной чашкой. Он пил чай и грустил. Алексей попробовал нашу чашку-подогревашку. Ему сразу же пришло наследство в 5 000 000 000 долларов. Он нашел себе красивую жену. У него сразу же получилось 4 детей. Он так рад, посмотрите на него. И все благодаря чашке-подогревашке. Чашка-подогревашка. Следующий лот — это вот эта вот замечательная, универсальная, мега-классная, экологически чистая посуда. Посмотри, какая сейчас идет тенденция. Сейчас идет тенденция к экологии. Люди не хотят есть из пластика, и мы можем их понять. Для этого мы специально в сотрудничестве с супер-мега-лабораторией Дятлов разработали вот эту супер-мега-посуду. Смотри, что с ней можно сделать. Из нее можно пить, из нее можно есть. Эта посуда
почесать подбородок, сделать тебе почесушечку, почесушечку, и тебе будет очень приятно, и это будет просто замечательно, поверь тебе, мой друг. Вот, это просто-просто уникальная вещь такая есть только у нас и у нашего соседнего филиала магазин, потому что их всего было две таких замечательных классных штуки. Посмотри, она сделала из экологически чистого дерева, из экологически чистого тополя. Это просто будет просто шикарный материал. Посмотри, ее выпилил наш трудовик, в смысле, это сам ее выпилил виртуозный, просто она handmade, handcrafted, то есть была сделана именно вручную специально обученным человеком, который учился делать такие вещи. Он сделал много скрипок, он сделал много разных красивых подсвечников. Это просто уникальное изделие. Он сказал, когда его сделал, он просто заплакал, понимаешь? Заплакал и сказал: «Боже мой, Санта Мария, Дона Лучи, посмотри, это просто шедевр». Говорит: «Шедевр, шедевр». Говорит: «Мамой клянусь, адышный смел». Говорит: «Шедевр». И это просто замечательный шедевр. И по цене. Я не хотел бы тебе врать, обманывать, но на самом деле эта штука стоит 5000, понимаешь? Но оно специально тебе. Мы отдадим ее за... Внимание, за 4999,99. Ты понимаешь экономию, ты понимаешь, это очень выгодно. Но если ты купишь ее именно сегодня, если купишь меня сегодня в подарок, мы тебе даем абсолютно бесплатно, мы тебе насыпем туда абсолютно экологически чистые, замечательные и прекрасные стружки, стружечки, понимаешь? Эту стружку можно использовать везде, ты можешь ей присыпать, например, что-то, ты можешь ей мыться, да, стружкой мыться, это очень удобно, очень экологично сейчас. Ты можешь использовать где захочешь, ты можешь даже себе завести хомяка, и когда, например, пообедаешь, этот продукт будет ему домиком. Почему бы и нет? Ну и, конечно, не забывай про чесалку. Чесалка — это наше все, мой друг. Чесалка — это просто супер-класс. Чесалка — это супер-класс. Чесалкой мы порадуем нас. Вот такая вот прекрасный такой слоган. Это слоган нашей фирмы, да. И вот такая вот замечательная штука для тех, кто позвонит. А сейчас в подарок будет счет за телефонный звонок. Итак, друзья, я слушаю, у нас есть один входящий вызов. Да. Да, мам, я тебе говорил, сюда не звони. Да, мам, я покушал. Я не знаю, работа у меня такая, хрень продавать. Мам, не звони сюда, это дорого очень. Мама, мы не рассчитаемся за телефонный звонок. Да, хорошо, куплю хлеба. О чем это я, да? А звонок оборвался, к сожалению. Да. Я не знаю, так бывает на самом деле. А вот у нас еще один звонок. Да. Алло, слушаю. Да, конечно же. Вы хотели купить, заказать. Сколько вам нужно? Да, одну. Одну, что ж, хорошо, одну. А то, смотрите, у нас еще вторая есть. Мы, если две, то отдадим со скидкой, да. Всего по скидке будет 11 тысяч рублей за две. Это очень выгодно. Это очень-очень выгодно, да. Нет, не хотите? Ладно, одну. Хорошо. Вот у нас уже, видите, первую купили, осталась вторая. Да, вторая осталась. Что ж, не теряйте времени, звоните и покупайте. Так это что такое вообще? Что такое? Кто это? Кто-то дал на продажу? Кто это нам дал на продажу? Кто это вообще будет покупать? Я не знаю, что это вообще такое. Как это рекламировать? Кому это надо вообще будет? Я не знаю. Ладно, сейчас попытаемся что-нибудь. Итак, друзья, вот эта вот замечательная шняшка, которая, я не знаю, кому она вот пригодится, на самом деле она очень классная, смотрите, какая очень классная, прикольная, вот с помощью нее вы можете совершать множество классных всяких штук, например, вы можете использовать ее как подставку к вашему телевизору, ваш телевизор березка, конечно, я знаю, как подставку к вашему телевизору, например, даже вы можете ее воспользовать как подставку к вашему подбородку, если вы очень ленивый, то есть, например, вы смотрите телевизор, и вам надо вот как-то положить на подбородок, а некуда, понимаете, то есть живота еще нет, чтобы на него подбородок положить, а куда-то надо, поэтому вы берете вот эту вот штуку, это специально, да, подставку, вы берете вот так, и оп, все, сложили, да, подбородок, очень-очень удобно, вот, и, значит, смотрите, что еще на ней можно сделать, и на это как можно использовать как разделочную доску, то есть на ней можно резать там мясо, хлеб, то есть если вам что-то надо, ее можно мыть под водой, очень советую, вам рекомендую, она водонепроницаемая практически, она просто на пару раз хватит, я думаю, ну, в принципе, там и цена такая на нее, что тьфу, оторви, выкинь, то есть вот очень-очень удобно резать на ней колбасу, то есть вот смотрите, кладете колбасу,
устойчиво стоят на ней, как бы все, все как бы хорошо. А вот, то есть, в принципе, штука на самом деле очень, как, очень полезная, как вы уже поняли, да, то есть на ней можно множество всяких вещей делать, вот даже вот вместо подушки можете спать, как бы на ней, то есть вы можете вот так облокотиться, если, конечно, вы не в шапке спите, как я, но можете вот с этой стороны вот так тогда облокачиваться, и это очень удобно, это специально, как вот, знаете, подушка, это специальная подушка Marmeo, но вот с ней прям вот снятся хорошие сны, вот будут вам сниться, вот прям она жестковатая, да, но это полезно. Полезно для осанки, вот, понимаете, и вы будете спать просто как младенец, аки младенец, будете спать, я вам говорю, я сам на таких сплю уже 10 лет подряд, да, уже сам на таких сплю, и вот просто прям никаких проблем, вот никаких проблем с позвоночником вообще нет у меня, а иногда просто клинит, ну, а так вообще, в принципе, проблем никаких нет, вообще самозамечательная штука, вообще, вот, очень-очень хорош, я вам рекомендую, возьмите, купите, и стоит она всего лишь 500 рублей, вообще 500 рублей отдаю, вот прям даром отдаю тем, кто первым позвонит, просто вот сразу же скидка 300 рублей, вот за 200 забирайте, звоните, да, забирайте, покупайте, вот прекрасная вещь, вот никто не звонит, ну что ж такое-то, я говорю, барахло какое-то суют продавать, вот как его продавать, я прям не знаю, вот вообще, а о чем-то на продолжим, вот. Вот самая-самая-самая нужная вещь в доме. Посмотрите, что вы видите. Нет, это не крючок. Вы ошибаетесь. Это не крючок. Это, посмотрите, а какой же это крючок. Это крючочище просто. Он выдержит даже мой вес. Если меня на него подвесить, он выдерживает меня. Поверьте, у меня дома 28 таких крючков висят на все случаи жизни. Да я даже сплю на таких крючках. Я на них вешу, знаете, такую сеточку для лука. Вот ложусь на нее и сплю. Получается, как гамак. И они меня выдерживают абсолютно специально. Нано-мега-ультра покрытие. Вот здесь, смотрите. Вот здесь, смотрите. Вам видно, да, видно. Вот оно вот здесь. Абсолютно мега-ультра нано-покрытие с черной бриллиантовой пылью нано-динозавров, понимаете? Черная бриллиантовая пыль нано-динозавров. Просто она предохраняет, во-первых, ваши стены от разрушения. То есть, если вы приклеили ее на стену, то есть ваша стена тогда предохраняется, и получается, что она не сможет никакие катаклизмы ее разрушить. То есть вот, да, ее даже можно использовать в машине, понимаете, в машине. Если вы вот это на удачу у нас это самое, вы в машине приклеили, вот можно приклеить, например, на стекло, на лобовое приклеили, все, выдерживает вес в 20 тонн на квадратный метр, просто понимаете, вес колоссальный, выдержит, можно прилепить вот так на багажник, трос накинуть и тащить кого-то на буксире, просто понимаете, это просто супер нано-мега-пупер клей, вот, здесь также есть, смотрите, специальные, вот видите, специальные отверстия, это вентиляция, для чтобы не перекрывалось, понимаете, вот так же, специально вы можете дополнительно усилить этот состав шурупом, ультра-нано-мега-шурупом, он идет в комплекте, но, к сожалению, пока сейчас он недоступен, но в заказе у нас их отдельно просто разобрали, я вам просто на словах расскажу, вот такой шуруп, вот такой, он вкручивается, он состоит из лазерных нитей, и вкручивается специальным нано-отверткой, которую вы также сможете у нас купить по акционной цене, вот вы ее вкручиваете, этот шуруп, вот специальным нано-шуруповертом вы сверлите нано-дырку, чтобы вкрутить нано-шуруп через вот эту вот нано-штуку, вот, и получается у вас такая конструкция, что даже если у вас обвалится дом, то есть стена с вот этой нанотехникой, она будет у вас стоять, я вас уверяю, это новейшая просто разработка наших отечественных ученых, да, просто, но единственное, что, знаете, что вот на кухне нельзя вешать на плитку и в ванной, потому что вот, ну, вот хрен узнает, нахрена, ну, вот, ну, что-то обрывается, вот, если на особенно вот в ванной повесить, вот прям, ну, я не знаю, это, видно, заколдовали какие-то ведьмы, у нас конкурирующая фирма, там ведьмы работают, они вот что-то, я не знаю, что-то прям не получается. Но вообще очень классная вещь. Вот вообще прям можно использовать и всего-то, мил человек, всего 50. Все, 50 тысяч. Но для вас 40. От сердца отрываю просто 40 тысяч. Я, ну, возможно, обмен на авто. Понимаете, ну зачем автомобиль, зачем автомобиль, вот вы купили вот эту штуку и ходите, понимаете, вы можете вот так на руку наклеить, и все, и вы будете человек, крючок, понимаете, будете новый супергерой, вы сможете вот так на руки поднимать сумки тяжелые, вы сможете вот прям, если на спину вот вы себе вот так наклеите, сможете сумки нести, очень удобно за спину поверить.
повесили авоську и несете. Вот, понимаете, если спереди наклеить, то может смешно получится, лучше не наклеивайте спереди. В общем, очень-очень классно, нано-вещь, просто я вам очень рекомендую, да. Да-да-да. И последний наш сегодняшний лот — это ультрасовременный, просто новейшая модель, ультрасовременный, мега-компактный, смотрите, с изогнутым корпусом, с изогнутым корпусом, это очень новая модель. Мобильный телефон, вот, называется Ассистант, Ассистант AS2320, вот, это вообще, на самом деле, модель 2320 года, смотрите, вот модель. Ну, а вот как бы ученые, вот они нам его отправили через машину времени, а мы продаем. Смотрите, очень удобно, очень, кстати, очень удобная клавиатура. Сейчас вот, смотрите, сейчас как бы вот уже, понимаете, я знаю, что модная кнопочная клавиатура, она возвращается, понимаете, вот возвращается. То есть вы взяли, и вам удобно. То есть вы набираете очень удобно, вам набираете номер, вы очень удобно. Вот дисплей очень информативный, просто все вмещается, конечно, конечно же, он сенсорный, смотрите, два экрана, то есть вот раз экран, вот два экрана, солнечная батарея, вот этот экран подзаряжает вот этот с помощью солнца, энергии солнца, понимаете, вот, здесь также вот есть клавиатура, кнопочка Mu, эта кнопочка Mu, она очень удачно сделана, вот если вам звонит какой-то нехороший человек, вот кнопочку Mu нажимаете, и все, она сбрасывает вызов, посылает его сразу, игнор, блокирует его сразу во всех соцсетях, вот я вам очень рекомендую, это очень популярно у нас модель с кнопочкой Mu, вот, то есть, как бы, вот смотрите, также можно здесь корень, вот корень найти, если вам надо вдруг корень, вы на огороде, у вас корень где-то мешает вам картошку сажать, понимаете, это специальный телефон с функциями найти корень, вы нажимаете, и он находит в огороде корень, вот идете так вот с этим телефоном, он сканирует огород, находит все корни вредные, вы их выкорчевываете, все будет вообще классно, вот у нас, вот, вот можно вот специально вот умножение, видите, такая штука у нас, можно любого человека умножить на ноль, то есть как бы вот подходите, говорите, я тебя умножу на ноль, нажимаете, и все, человек на ноль умножается, все, это уже как бы минус человек, вот кнопочка мерси кнопочка, если вам кто-то что-то хорошее сделал, можете так, оп, нажали, типа мерси, спасибо, мерси боку, понимаете, очень классный телефон, вот, только, к сожалению, вот на нем села батарейка, поэтому не включается, просто надо его на солнце положить, он зарядится, моментальная быстрая зарядка, просто за 10 ультрананосекунд заряжается на 100 тысяч миллионов процентов, то есть как бы сразу вам хватает до конца жизни заряда, понимаете, только надо на солнце положить, как бы вот сначала, конечно, надо купить, а потом на солнце положить, то есть вот такой замечательный мега-ультранада на супер широкоформатно узкоугольный телефон, вот я вам весьма очень рекомендую, очень классный, я вам советую, просто шикардосина, просто вот вам прям вот да, поэтому звоните, заказывайте, причем очень удобно, смотрите, разговаривайте, изогнутый корпус, просто вот очень-очень классно, удобно, и вот все есть, вот если вдруг девушка, да, вот смотрите, то есть вот есть, видите, здесь функция M+, это плюс мужик, то есть можно мужика добавить, вот нажимаете, сразу появляется мужик, или M-, есть вас мужик задолбал, то есть как вы можете просто нажать M-, вот, то есть сначала смотрите, вот главное только в правильной последовательности, вот нажимаете сначала M-, если вас задолбал мужик, M-, а потом кнопочку Mu нажимаете, и все, как бы все, его как бы сразу в игнор, там все дела, то есть как бы вот, поэтому очень-очень удобный, там дамская мобилка очень крутая, я вас уверяю, очень прям все на высшем прям уровне, да. Да, можете заказывать, покупать, цена всего 9999 юаней, не спешите переводить, просто отправьте нам номер своей карты, и сразу же мы спишем 999 юаней, я вас уверяю, это совсем немного, совсем абсолютно немного для такого шикарного телефона, мы сразу же вам вышлем его, сразу же вам его отправим. Все, спасибо, это было все на сегодня, спешу вас заверить, что у нас только качественные оригинальные товары, просто мы их сами не иногда делаем, иногда не сами делаем, но опять же только качественные лицензированные, как бы супер мега товар, потом заказывайте, да, вот прям все будет круто. До свидания. Чашка-подогревашка. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!